Начало летних каникул – это не только конец учебного года и время отдыха педагогов, но и время активной работы сотрудников отдела культуры. На протяжении всего летнего отдыха сотрудники отдела культуры по всей территории района организовывали для детей маленькие праздники. Сотрудники районного дома культуры – не исключение. Прощальная встреча под названием «Сундучок игр» прошла перед Центральным районным домом культуры. В целях организации летнего досуга детей во время летних каникул при Центральном районе Дома культуры второй год подряд работает детская игровая площадка «Волшебный сундучок». Два раза в неделю, по вторникам и четвергам, в течение 2 часов наши сотрудники организовывают конкурсы, игры, викторины для детей, которые находятся дома, не заняты каких-либо в лагерях. Открытие детского лагеря, детской игровой площадки было в начале июля. И вот сегодня мы проводим закрытие этой детской игровой площадки при поддержке также работников Центра социальной помощи, которые организовали призы, сувениры для наших детей, также историко-культурного центра, которые подготовили свои игровые программы. Мы сегодня на площади проводим закрытие этого конкурса. Дети активно участвовали в количестве не меньше от 15 до 40 человек. Участвовали, даже если была непогода, мы не прерывали, организовали фойе и в кружковых комнатах эти игры проводились. Дети активно ходили, участвовали, играли. Для них было это очень весело. Мы вот привлекли сегодня аттракционы Саратовского парка детских аттракционов, которые сегодня у них будут работать, развлекать детей. И эта игровая площадка, она будет работать ежегодно. Такая необычная организация праздника нравится не только детям. Подобные развлечения по душе всем. Березовцы с удовольствием приняли участие в праздничном мероприятии. Уже первый год организуется площадка «Сундучок игр». Вот был организован сейчас, сегодня также организован для наших детей. Было очень интересно, очень полезно для наших детей. Дети проводят свое время, свой досуг под контролем взрослых. Я очень доволен, хочу, чтобы дальше продолжались такие мероприятия. У меня 3 детей. Вот. Саша сопровождала младшую иногда, иногда я сама приходила. Неделю два раза приходили дети. Уже второй год приходят, проводят свое время. Они очень рады, приходят довольные, счастливые. Это главное. Дети с удовольствием состязались в конкурсах на сообразительность, ловкость и скорость. Но самый долгожданный для них момент – это, конечно же, раздача сладких призов. А в последнем мероприятии подарков добавилось. Впервые наше отделение социальной помощи семей, впервые с отделом культуры организовали вот такое замечательное мероприятие. Всем участникам данного мероприятия хочется сказать огромное спасибо, все молодцы. И воспользуясь случаем, хочу поздравить с наступающим новым учебным годом, пожелать вам крепкого здоровья и хороших оценок. Ура! В целях наиболее эффективной организации работы с детьми в летний период был организован семинар «Летний отдых детей. Идеи, проекты воплощения», который прошел в районном доме культуры 14 мая этого года. 1 июня в Новобуртюкском сельском клубе была организована конкурсная игровая программа, посвященная празднику Дню защиты детей. За эти и другие события хотела отметить и поблагодарить своих сотрудников начальник отдела культуры Лира Мустафаева. Отделом культуры еженедельно ведется мониторинг организации учреждениями культуры детского отдыха. В учреждениях оформляются фотоальбомы, стенды, фотовыставки о проведенных мероприятиях. Проведенные мероприятия освещаются на официальных сайтах, социальных сетях учреждений культуры, на страницах районной газеты. Еженедельно отдел культуры представляет информацию в Министерство культуры Республики Башкортостан об организации работы по обеспечению отдыха и досуга детей в летний период. Мероприятия, проводимые учреждениями культуры, направлены прежде всего на пропаганду здорового образа жизни, патриотического воспитания подрастающего поколения. Хочется озвучить некоторые мероприятия, проведенные учреждениями культуры. Раздольского сельского дома культуры 5 июня провел театрализованную игровую программу «Королевство белоснежных улыбок».
Познавательная игровая программа «Ко дню России под небом голубым» была проведена в Корейском сельском доме культуры. 25 июня состоялся выездной семинар-практикум работников культурно-досуговых учреждений клубного типа Краснокамского района в Новокаилыковском сельском доме культуры. В рамках семинара участники посмотрели показательное мероприятие «Детский сабантуй». Детская вечеринка «День именинника» прошла в Элистанбековском сельском доме культуры. 26 июня в Новоактанышбашевском сельском доме культуры прошла конкурсная программа для детей «Литературный календарь». 4 августа в Новоногайском сельском доме культуры была организована спортивная программа «Самый быстрый». Конечно, большую работу по организации летнего досуга детей ведут общедоступные библиотеки района. Саузбашевская сельская модельная библиотека провела праздник «Добрым смехом смеются дети». Музяковская сельская библиотека провела детский сабантуй. В мероприятиях приняли участие дети из деревни Музяк, Раздолье, Никольск. Интересные мероприятия проводились в Новобуринской, Орлановской, в Новоногайской, центральной районной библиотеках. Конечно, работа по организации летнего отдыха детей будет продолжена и в будущем. В дальнейшем эта работа, мы будем продолжать работу над поиском новых форм работы с детьми. К концу летних каникул в учреждениях культуры за этот период было проведено более 350 мероприятий различного характера с охватом более 6570 детей, которые смогли провести время с пользой для тела и души.